Днями перехопити розмову російського окупанта з його дружиною вдалося працівникам саме управління СБУ в Черкаській області. Звуковий файл вони оприлюднили на своїй сторінці у Фейсбуці. З телефонної розмови стає зрозумілим, що підрозділи московицьких загарбників їхали у відрядження до Чечні, а опинились на війні в Україні. Алло. Лілечка, привіт. Привіт. Ти чого чин цілий день? А сьогодні що, десантники? 900 чоловік було в полку, 300 осталось. Вот приехали. А их обратно никого не отправляют? А как отправлять-то? Тут только на автобусы с красными крестами он вывезли. Лёля, мы не в Крыму, если что. Не знаю, дело к концу, короче, все близится. К концу? Угу. Либо с завтрашнего дня все это равнять начнем всех подряд. Эти города хохлов давить ведь. Равнять, либо все домой в ближайшее время. Мы сами позавчера чуть в котел не попали туда, в окружение. Еле успели назад выйти. Мне просто повезло. А когда это начали, мы развернулись и в обратную сторону через деревню уходили. До военных до тех доехали, которые там стояли, говорит, у нас самая крайняя точка, говорит, докуда мы доехали. Пальцем у виска крутит, вы, говорит, шире. А мы знать не знали, но с командой умеем ехать туда. У нас, говорит, вон самые это видели, говорит, танк, этот БМП и КАМАЗ, говорит, видели. Да, ну вот они самые далеко, которые смогли уехать. Понятно. Ну, бедолаги, танкисты, вон еле вышли, кое-как обратно доехали. Все триплексы им снайпер побил. Ну, это эти окошечки. Через что смотреть. Слепые кое-как ноги унесли. Вообще ничего не кормят, да? По помойкам роемся. Когда убавил патроны, ищем все. Часть воинскую тут захватили. Ее разграбили все. Нажились и немного разжились. Или вернее, гранатометами. А так вам что, ничего не давали? Мы приехали 4. 4 рожка. Ну, это очень мало, если что. Это просто мало. Пулеметчики вообще пустые приехали. Угу. Там лазили по этой, по разбитой технике. Вон, там искали шикарно. БМП стоял. Турецкая ракета, Барактар прилетел. Прям в открытый люк ей. А я полез на эту БМПшку. Туда. Ну, уже как-то так спокойно. Раньше смотреть-то не мог по телевизору. Это даже эти фильмы ужасов, там плохо становилось. Сейчас нормально. Я заглянул, там фарш лежит, полная будка. Мозги вживую первый раз увидел. Эти тоже, которые срочники, тоже там? Где-то были случаи, что были замечены, да, срочники. Ну, сегодня читала, что это в плен, что ли, там взяли срочников. Были, да. Ну, они, как у нас, где обычно делаются, они же сразу становятся контрактниками. Это уже какой-то контракт подписывали? Нет, вообще ничего не подписывали. Мы же в Чечню ехали, ты чё? Мы в Чечню ехали, все у нас, ничего мы не... Согласие на командировку только мы писали в СКР, Северо-Кавказский регион, и все, не более того. Очень интересно тут, очень. Угу. Насмотрелся. И наделался тоже. Хорош домашич. Никакие $53 в сутки и двойной оклад. Не интересен.